все-таки в этом плане фрезы и гусиные лапки работают более эффективно и более ответственно. Так что второе четверть поля я сейчас то же самое засеял сидиратом и запахиваю на гусиных лапках. Распахал на гусиных лапках и запахиваю на них. Фрезеровал на электрокроте с частотником, фрезеровал два маленьких полуполя, то есть в сумме где-то полсотки всего. Ну, проблем абсолютно никаких по усилиям, он вполне справляется с такой работой культиватор. Так что если у кого-то есть такая возможность работать на таком культиваторе, ну пожалуйста, пользуйтесь. Ничего плохого в этом нет. Гусиные лапки, цепной привод, так как сцепление здесь не нужно. Частотный преобразователь. Все. Розетка 220 вольт. Включили и поехали.